И всем привет, друзья! С вами Картофан и также... Юкси! юби! И сегодня мы вам покажем, как построить просто бомбезный, самый эффективный, самый лучший, самый компактный завод золота в креате при помощи только креаты и обычного Майнкрафта. Поэтому начинаем! Итак, дорогие друзья, сегодня э, постройка завода будет делиться на 5 этапов. Первый этап — это создание булыжника, второй — добыча булыжника, третий — обработка булыжника в песок, четвертый — обработка песка в терракоту, ну и пятый — обработка терракоты в золото. Итак, что же нам понадобится для первого этапа? Напоминаю, что это создание булыжника. Один из любых блоков, четыре любые ступеньки, конечно же, два наблюдателя, один реверсированный механизм, две беспроводных передатчика Растон-сигнала, Растон-пыль, экстендер одна штука, питаемый рычаг переключатель одна штука, конечно же, кнопка, две шерстерни, четыре ведра лавы, два ведра воды, ну и, конечно же, творческий мотор. При помощи творческого мотора мы будем добывать энергию. Далее, второй этап, это добыча булыжника. Для него нам понадобится вал портального крана, две штуки, механическую дрель, четыре штуки, шасси портального крана, одна штука, один любой блок, бочка, латунная воронка, депо, конечно же, клей, ну и гаечный ключ. А, третий этап это обработка булыжников песок. 9 шестерней, 3 вала, вертикальная коробка передач 2 штуки, коробка передач 2 штуки, колесо дробления 2 штуки, депо, 2 латунные воронки, кремень, песок, ну и, конечно же, механическая рука вместе с гаечным ключом. Четвертый этап это обработка песта... Песа, конечно же, обработка песа! В общем, песка в терракоту. А, два депо, латунную воронку, комок глины, чашу, глина. Одна штука, механический пресс, одна штука, вертикальную коробку передач, одна штука, 9 любых блоков, э, у нас в данном случае это пурпур, потому что он красивый, вентилятор в корпусе, 4 штуки, шестерни, 14 штук, подшипник ветряной мельницы, одна штука белый парус 8 штук, 2 ведра воды и 2 ведра лавы. пятый этап это обработка терракоты в золото. Умный желоб 2 штуки, 1 терракота, жернов, желоб, депо, латунная воронка, 1 мертвый куст, 1 кусочек золота, бочка, шестернее 10 штук, вал 4 штуки, вентилятор в корпусе 2 штук, 5 любых блоков, 2 ведра воды и 1 ведро лава. Но теперь давайте возьмем все ресурсы для первого этапа и приступим к постройке. Строить давайте будем вот здесь вот и для начала нам мы будет взять обычные вспомогательные блоки. И ставим 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 блоков вспомогательных. Сверху ставим один строительный, а снизу все ломаем. Ставим здесь один блок. Далее здесь ставим вспомогательные блоки. Раз, 2, здесь блок, здесь блок. Эти мы ломаем. Тут у нас будет находиться лава в последующем. Поэтому давайте сделаем тут бортики сразу же. Поэтому ставим здесь раз блок вспомогательный. Тут ставим блок, блок. Здесь у нас будет еще один блок. Здесь раз, два блока. С этой стороны ставим здесь Поспомогательный блок, тут блок, тут блок, вот здесь блок, а этот блок мы ломаем. Далее здесь нам нужно будет установить а, наблюдатели. Для этого мы ставим здесь вспомогательные блоки, ставим один наблюдатель, который смотрит в ту сторону. И второй наблюдатель ставим а, так, чтобы он смотрел на предыдущий наблюдатель. Далее здесь нужно будет поставить реверсивный механизм, который смотрит а, вот так вот вертикально, и на него сразу же ставим беспроводной передачи кредстового сигнала. А вот с этой стороны, обязательно с этой, чтобы здесь слава никак не растекалась. Сразу же можем его закодировать, допустим, на редстоун пыль и делаем, естественно, его На прием, потому что здесь у нас будет прием сигнала. Так, голую руку, и вот так все на прием сделали его. Далее ставим еще один беспроводной передатчик ростового сигнала. Вот здесь, вот а берем redстоун пыль и ставим здесь раз, два частота. И здесь у нас будет как раз таки передача ростового сигнала. Перед ним мы ставим, питаем рычаг-переключатель. Перед этим питаемым рычагом-переключателем ставим экстендер на 8 тиков. Обязательно на 8 тиков, чтобы все работало абсолютно верно. Здесь redstone пыль. И наконец сюда березовую кнопку. Далее ставим здесь помогательные блоки в четырех 4 штучек, и над ним мы ставим пурпурные ступеньки, либо же любые другие. Вот таким образом, чтобы образовался здесь бассейн, и в этот бассейн мы с вами наливаем воду. Вот так, раз, два, четыре и три, конечно же. И, наконец, разливаем здесь славу Раз ведро, два ведро, три и четыре. Все, теперь здесь у нас получается абсолютно бесконечный булыжник. Осталось поставить только две шестерни, вот сюда и вот сюда, следующим образом. И также сверху запитываем при помощи творческого мотора на 256 скорости положительный. Переходим к следующему этап уберем все для него и здесь мы будем сейчас с вами добывать булыжник. Ставим здесь раз вал портативного крана и два. Затем берем механическую дрель, ставим здесь одну дрель, которая смотрит обязательно на булыжник вверх вот таким образом. Потом берем клей, супер клей, ставим здесь один клей, здесь второй клей и здесь ставим также механическую дрель, здесь механическую дрель и наконец сюда один клей и механическую дрель. Обязательно смотрите, чтобы у вас не было нанесено никакого клея на булыжник, иначе у вас все там приклеится и ничего работать не будет. А если вы сделали все правильно, тогда у вас будет добываться в последующем булыжник и генерироваться заново. Далее ставим здесь еще один суперклей. И на этот суперклей мы с вами ставим а, шасси портального крана, портативного крана. А потом здесь ставим еще один клей. Следующим образом, тут ставим блок и с этой стороны клей, а здесь уже ставим бочку. Тут будет храниться у нас весь булыжник, который добудется. И теперь он будет у нас выбрасываться вот здесь вот. Нужно будет сломать блок и поставить сразу же латунную воронку. Так делаем это быстренько. Все. А латунную воронку у нас здесь на выброс стоит. Это очень важно. Если на прием, тогда меняйте при помощи гаечного ключа следующим образом, и у вас делается на выброс. Ну а теперь ставим вот здесь вот шестерню. Сюда вал, сюда еще одну шестерню, сюда еще одну шестерню, чтобы она у нас а, была на этом месте. Так, отлично, получилось. Сюда ставим один вал, а здесь уже нужно будет поставить одну вертикальную коробку передач, которая смотрит в следующую сторону. Теперь ставим здесь раз шестерню, также два шестерню. На эту шестерню мы с вами ставим а, коробку передач. И на эту коробку передач нужно будет установить наше первое колесо дробления. Оно крутится у нас против часовой стрелки, значит делается у нас все правильно и в итоге будет все перерабатываться. Далее нужно будет установить также второй, а, второе колесо дробления. Для этого мы ставим с этой стороны один вал, здесь коробку передач. И на эту коробку передач ставим еще одно колесо дробления. Крутится все опять же в нужную сторону. Здесь по часовой, здесь против, значит дробиться все будет и можем переходить далее. Далее ставим вот здесь вот сверху депом, чтобы а, весь булыжник, который дропается, дропался сначала на депом, а снизу ставим также еще второй депом, чтобы все, что получится из дробления, дропалось на депом и далее уже по нужному способу распределялось. А ставим здесь теперь латунную воронку с этой стороны на выброс и также с другой стороны депо ставим еще одну латунную воронку также на выброс. С этой стороны мы с вами настраиваем эту латунную воронку на кремень, чтобы кремень здесь у нас дропался и в последующем падал куда-то вот сюда вот и в общем-то сжигался, потому что он нам и не нужен. А с другой стороны мы с вами настраиваем на песок, чтобы здесь он в итоге дропался и обрабатывался далее. Далее мы с вами ставим вот здесь вертикальную коробку передач. Под этой вертикальной коробкой передач ставим раз шестерню, здесь два шестерню, здесь три шестерню и вот здесь вот четыре шестерню поставим. Но перед этим мы с вами возьмем нашу механическую руку вот такую вот и настроим ее верным образом. А именно нужно будет сделать таким образом, чтобы она брала из депо, из этого также депо брала, а клала все это дело в а, дробление. То есть два раза сюда тыкаем, все складывать сюда. Теперь мы эту руку настроили, ставим ее вот сюда вот в эту дырку оставшуюся. И здесь все дело закрываем при помощи шестерни. Теперь она у нас работает и будет а, нужным образом все у нас перекладывать. А именно будет у нас булыжник дропаться, а передрабливаться в гравий. И гравий также у нас будет переделываться уже в песок. А песок уже будет идти далее. Переходим к следующему этапу. Для этого берем все ресурсы для него. И сейчас мы будем с вами перерабатывать весь песок сначала в глину, потом в глиняные блоки, а затем все это дело пережаривать в терракоту. Значит, берем сначала депо и ставим его прямо под той воронкой, которая у нас а, а, выкидывает здесь вот песок. А затем с этой стороны мы также с вами ставим воронку. Эту воронку мы уже настраиваем с вами на комок глины потому что у нас здесь будет получаться при промывке песка глина. А снизу мы с вами ставим здесь чашу, в нее будет у нас выбрасываться вся эта глина и затем перерабатываться в глиняные блоки. Для того, чтобы у нас глиняные блоки а, только не выходили из этого чаши, мы с вами ставим здесь фильтр на глиняные блоки. Также сверху не забываем поставить а, специальный пресс, а, который у нас расположен следующим образом. Обязательно именно так, иначе потом будет проблемы с его запиткой. Затем давайте организуем промывку пескам. Для этого нам понадобится а, сначала два вентиля. Их нужно будет разместить следующим образом. А именно, отступаем от депо а, один блок, и нужно будет поставить вот сюда утрас-вентилятор. Вот, Его также нужно будет не забыть переделать при помощи гаечного ключа, чтобы он смотрел именно нужным образом а, на депом. Так, давайте мы сейчас покрутим, покрутим все это дело. Все, сейчас у нас вентилятор смотрит на депо, следовательно, потом будет промывать все, что на нем находится. Ставим также второй вентилятор, он будет ставиться здесь, с этой стороны. Так, давайте, оп, я вот здесь поставлю такие вспомогательные блоки и ставлю вот сюда вот его. Он смотрит опять же на депо и будет промывать все, что на нем будет находиться. Далее давайте мы эти вентиляторы запитаем, а перед этим соединим при помощи шестерней. Берем наши шестерни, ставим здесь раз шестерня, здесь затем два шестерня, потом мы с вами ставим здесь один Вал. Здесь нужно будет поставить а, горизонтальную коробку передач следующим образом. Затем здесь с вами также ставим один вал и здесь две шестерни. Поправочка, здесь должен находиться не вал, а шестерня. Далее снизу этой шестерни, что мы сейчас установили, ставим еще одну шестерню. Здесь еще шестерню, и здесь еще одну шестерню. Шестерни очень много, но это нам и нужно, потому что здесь будет у нас располагаться а, наш вентилятор вместе с парусами. Вот сюда вот мы его ставим. И сразу же давайте установим здесь 8 прусов: Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. Пока что не запускаем, чтобы просто не мешался. Далее мы с вами берем еще одно депо, которое у нас есть, и ставим следующим образом. Как вы можете заметить, здесь вот около чаши появилась такая дырка. Как раз таки с этой стороны будет дропаться глина, получившаяся на данный депо. Здесь у нас будет на депо происходить прожарка всей этой глины в таракоту. Поэтому нам понадобятся еще вентиляторы. Мы их с вами приготовили. Давайте здесь поставим вспомогательные блоки и ставим здесь раз вентилятор и здесь два вентилятора. А теперь крутим их нужным образом, чтобы этот вентилятор смотрел на депо и этот вентилятор также смотрел на депо. Вот таким вот образом. Теперь давайте мы их запитаем. Это делается все очень просто. Здесь раз, два шестерня и также с этой стороны здесь раз и два шестерня. Теперь давайте разольем здесь воду с лавой. Сверху у нас будет находиться вода, а снизу лава. А для верхних вентиляторов давайте мы здесь поставим раз блок. Здесь мы с вами разливаем воду и здесь быстренько все дело застраиваем еще одним блоком с этой стороны мы с вами ставим один блок и также здесь второй блок чтобы естественно вода никуда не разливалась и сверху давайте здесь вот через щель разольем все промывка у нас организована. теперь осталось сделать только пережарку для этого перемещаемся чуть чуть ниже и здесь давайте поставим а, раз блок Здесь ставим еще один блок вспомогательный, этот ломаем, и здесь разливаем лаву. Все, быстренько все это дело закрываем, и здесь у нас раз блок лавы размещен. Переходим к следующей стороне. Здесь все так же просто, ставим раз блок вот сюда вот, разливаем лаву и закрываем все это дело при помощи блока. И наконец заключительный этап. Берем все ресурсы и сейчас мы будем с вами делать переработку терракоты в красный песок, затем промывку красного песка и из него будем с вами получать такие кусочки золота и также самое главное это мертвые кустики. Мы с вами берем умный желб, ставим его прямо под нашим депом. Его нужно будет нам настроить на терракоту. Мы с вами берем терракоту и кидаем в фильтр. Потом под этим умным желобом мы с вами ставим жернов. Вот сюда вот. Под данным жерновым мы с вами ставим один жолоб под этим жолобом ставим депом теперь под депом мы с вами ставим умный жолоб этот умный жолоб мы с вами настраиваем на кусочки золота снизу ставим бочку и здесь мы будем с вами уже получать наконец-то наш конечный продукт в виде золота также не забываем отводить мусор мусор у нас будет это мертвые кустики ставим вот здесь давайте латунную воронку ее мы с вами настраиваем на мертвый кустик и также не забываем чтобы здесь у нас а, была выкачка выкачка, обязательно выкачка, чтобы, естественно, наши все кустики выбрасывались в лаву, которая здесь будет расположена. Кстати, давайте сразу же здесь разместим, вот берем ведро лавы и вот здесь вот разливаем. Но теперь осталось сделать последнее. Это просто-напросто а, промывку всего нашего красного песка, что здесь получается, ну и также запитку жирного Для этого давайте мы с вами сначала разместим вентиляторы. А, ставим здесь их в одном блоке удаленности от а, данного депо. Вот так вот у нас получается. Переворачиваем их нужным образом, чтобы они смотрели оба на депо. Теперь давайте сразу же там разольем воду. Для этого ставим здесь блок, здесь блок, здесь также блок. С этой стороны мы с вами ставим также один блок и тут разливаем воду. С этой стороны мы с вами также ставим один блок, вот таким образом, и разливаем тут воду. Теперь эти все вентиляторы нужно запитать. При помощи шестерней, конечно же, ставим здесь шестерню, здесь также шестерню, здесь также шестерню, и здесь у нас шестерни все соединяются. Отлично. Теперь запитываем вот этот вентилятор, ставим здесь шестерню, здесь шестерню, здесь шестерню, и вот здесь вот шестерню. Теперь, в принципе, можем все это дело запустить, оно все крутится, дует в нужные стороны, и даже не стопорится, вы прикиньте. Теперь давайте запитаем, наконец-то, наш жернов, и также, естественно, пропрессируем не забываем. Для пресс мы с вами ставим здесь вот вертикальную коробку передач. И тут это все дело соединяем с нашим общим механизмом, который крутится очень быстро. При помощи просто двух шестерней. Ну а мы с вами запитаем также отсюда, только снизу отводим. Раз, два, три... 4 вала и ставим здесь раз шестерню и также два шестерню. Все, наш завод полностью готов. Но теперь давайте мы его запустим, просто нажав на данную кнопку, и все, завод начинает работать. Давайте смотреть, что же он у нас делает. Он, во-первых, у нас добывает здесь булыжник. Этот булыжник у нас а, идет на передробление при помощи этих дробящих колес и также той руки он превращается в песок. Песок у нас здесь промывается, получается глина. Глина это переходит в чашу. В чаше все дело спрессовывается в глиняные блоки. Глиняные блоки у нас вываливаются на депо. На депо все это дело пережаривается, превращается в терракоту. Терракота идет далее. Идет передравливается, превращается в красный песок. Этот красный песок у нас идет также на промывку, и получается у нас э, кусочки золота и также мертвые кустики. Что еще здесь можно улучшить, так это переделывание кусочков золота в золотые слитки, либо же даже блоки. Но думаю, что вы с этим справитесь просто при помощи обычных э, прессов и также чаш. Итого у нас получается просто бомбезный завод золота, абсолютно бесконечный, абсолютно нелогучий, потому что здесь у нас совершенно новая система добычи булыжника, которая у нас. Не создает никакой лишний дроп, и в общем-то вы можете бесконечно здесь его спустить, никогда не стопорить, и у вас ничего не будет лагать, что самое главное. Но ну, разве что от обычных кретовских механизмов, но от этого уже никуда не деться. В общем-то, этому заводу я ставлю где-то, наверное, опять же 10 10, как сказал Газде. Возможно, можно как-то сделать все это немножко компактней, но честно, я опять же не вижу здесь никаких вариантов. Поэтому я считаю, что данный завод делается где-то на средних, -тире, опять же, поздних этапах, потому что здесь у нас конструкция довольно сложная, здесь у нас латунь, и, короче, конструкция реально сама. По себе много требует запитки. Здесь, в общем-то, сложные устройства. И, короче, надо немножко быть умным. Ну а с вами был Картофан, и также. Юкси, юпи! Обязательно подписывайтесь на мой канал, на наш канал общий, на канал Юкси. И также ставьте лайки, комментируйте, ведь это все продвигает видео. А что это значит? А это значит, что мы будем делать как можно больше видосиков и радовать вас, конечно же, каждый день. Прикиньте, каждый день будут выходить видосики. Ребята, все для вас. Даже вне зависимости от того, что отключили монетизацию, мы все равно будем продолжать делать для вас видосы и радовать вас аж каждый день. Всем удачи и всем пока!